Всем привет, я Клер. Сегодня мы поиграем в игру Трон. Дисней. Трон. И? Это демо-версия. Combatant, prepare for disc war. 2,000 meters to portable. Yeah, ты куда побежал? Что ты делаешь? Ага, побежал в центр. И снова. Все, что ты делаешь? Финиш. Чё за бред? Ну, поехали. Я ничего не говорю, что нам делать? Disc combat sequence. Опа, кидай. Подожди, идиот, блядь. А, во, поворачивай. End of line. Ага, я еще в управлении не разобрался, дай, блин, поиграй. Так. Termination. Это кидается. 2000 meters to port. Вот так надо бегать. Хава! Хава! Йо! Ух, нифига себе! Че было? R2. Улицы всякие! Боже! А! Ты что, издеваешься? А, не вижу, не вижу, не вижу! Фу ты, блин, забор! Забыл забор! Забыл, что прыгать надо, во! Escape is impossible. Не умничай, блин! Я тут... Управление еще не умею, потому что я привык на ПК. Ух ты! Долбанулся все-таки. На, птичка, на! Yeah.
Program selected for immediate deresolution. Сейчас выберем другой режим. Попробуем в другом режиме. Та-да-да. Сейчас посмотрим. Ну, давай, чувак. Жги! Опа! Стой! Я еще... Что это было? Раз-два. Заколебали, я понял. Вот сейчас вообще непонятно. Кто мне подставил так? Лети! Опять горка! Стой! Мазила, блин! Чё, 2-1? Game over. Ну ещё разок попробуем. Light cycle track rendering. Давай, жги. 6000 meters to program escape. И... Synchronization error detected. Да ты чё? Ворота! Security breach detected. Ворота! Да ты чё, блин? Да ты чё, не можешь попасть-то? О! Ты чё, 3-5-1-2? Иди в жопу! 3-2-1! Гонщик! Куда? 3-2, не надо! А сейчас чё опять? Дерез. Ну ещё разок! Ну! Я не сусь! Я профи, да? И этот гад! Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Я Клеймер, всем пока! Ту-ру-ту-ту-ту! Ту-ту-ту!